Одна гривня, Украина, 2010 год, Владимир Великий. Обиходно-памятная монета «Владимир Великий» посвящена великому киевскому князю, который в свое правление завершил формирование древнерусского государства и ввел христианство как государственную религию. На реверсе изображен князь Владимир Великий, держащий в правой руке крест, в левое изображение десятинной церкви. В верхней части реверса вдоль канта полукругом надпись «Владимир Великий». На аверсе под малым государственным гербом Украины в две строки прописан номинал, крупная цифра 1, под ней надпись «Гривня». Аверс по кругу обрамлен древнерусским узором, в который внизу встроены цифры 2010, год чеканки, и правее номинала мелко знак банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Гурт гладкий, сдавленный надписью «1 гривня» и числом 2010, разделенных двумя точками. Оформитель монеты Владимир Демьяненко. Отчеканена на киевском монетном дворе массовым тиражом. Монета из алюминиевой бронзы. Вес 6,8 грамма. Диаметр 26 мм. Толщина 1,85 мм. Средняя цена 20 рублей.